Дети с большим усердием делали домики и кормушки для птичек, предварительно украсив их своими рисунками и картинками. 6-летний Нурбулот смастерил домик с помощью папы. Мы сделали этот домик с папой, чтобы птички не замерзали в такой холод. Мы должны бережно относиться к природе и птичкам. Это экологически правильная акция, которая знакомит детей с окружающим миром, приучает их заботиться о природе. Установив кормушки, дети будут подкармливать птиц в зимнее время и наблюдать за их жизнью, подчеркнули воспитатели. Какие нам сделали красивые, шикарные кормушки для наших пернатых друзей. Пищу будем ложить, и они будут кушать. Эти домики и кормушки привлекут птиц, которым необходимо помочь прежде всего создать условия для гнездования, отметили воспитатели. А дети уверены, что жизнь в городских условиях для птиц сопряжена с трудностями. Мы сделали скворечники для того, чтобы им там было тепло, чтобы они не голодали. Хорошо бы, отметили участники этого конкурса, в масштабах детского сада, если бы экологическую эстафету приняли и другие учреждения и продолжили это доброе и веселое дело. В последнем они убедились сами. Ширина Санакунова, Джаркын Чилдембаева, Нуркамиль Асанов, Общественный первый канал.